Я с самого начала знал, что Залупник чмой трусишка, бля. Просто трус и ссыкло. У него и фамилия такая, мочеполовая. Что-то там связано с мочой и уринотерапией. Это чмо никогда не служило в армии, не сидело в тюрьме, не участвовало ни в каких серьезных терках. Это чмо просто не имеет опыта взаимодействия с мужчинами, с жесткими мужчинами, которые требуют ответить за свои слова. Оно никогда не отвечало за свои слова. Это говно просто. Залупник – это говно. Оно уже готово спрятаться за бабью юбку, за бабью. Причем, добро бы женщина была бы какая-то уважаемая. Тупая курица, а у него нет других подписчиков. Тупая курица, которую я прогнал со своего канала именно за тупости, который вот уже 2 года никак не может успокоиться, все кудахтает. Эта тупая курица, она никто. У нее совершенно детское восприятие действительности, блядь. У нее, ну, понимаете, даже такой героини нет, какой-то мультяшка, блядь. Предлагает свою помощь. Я, говорит, напишу главе республики. Еще раз так, этот цирк надо прекращать. Это мультяшка, это жопа. Этот цирк надо прекращать. Да прекращайтесь, убейтесь оба, блядь, утопи, обнимитесь, нахуй, блядь, в мокшу, ебейтесь, блядь, сдохните, блядь. А да, тебе не это, тебе не мокшу. У тебя АК под окнами, блядь. У тебя АК под окнами, ныряй в АКу, ёпта, камень на шею, в АКу, болтых. Блядь, курица тупая, утопись в АКе, там течение хорошее, все, там все располагает, затянет тебя под понтонный мост, блядь, все тебя будет заебись. Надо написать главе республики Сдунову, Артему с двумя точками, Алексеевичу. Он прекратит. А у меня такой вопрос, а что ему раньше мешало прекратить? Я про него раз ролик запилил, 2, 3, 4, 10, запилю еще 20, и что? К чести Артема Алексеевича, опять-таки, с двумя точками, ни одного окрика из Белого дома. Никто не одернул, мол, ты что тут пишешь, а ну мы тебе тут воду, газ отключим, мы тебе прописки лишим. Нет. Нет. Все в полной. В полном соответствии, в полной гармонии с законом. Он должностное лицо, подставляет себя под удары критики. Я гражданин, я критикую. Я его не оскорбляю. Он с двумя точками, но я его все равно не оскорбляю. Что ему раньше мешало, оказывается, такая вот замечательная женщина напишет, так сказать. И тут же Артем Алексеевич отбросит все свои дела и начнет так, а кто, лох по жизни? Что, у нас, а у нас еще и такой канал, он знает о моем существовании. О моем существовании он знает. По охвату аудитории я 3-й СМИ Республики Мордовии после столицы С и 10-го канала. 3-й. Я. 3-й я. И это чамар бородатая. Вы юрист? Да неважно, спокуха, какой она юрист, блядь. Какой она юрист, блядь. Курица тупая, блядь. Кто ее юрист? Она у юриста хуй не сосала, блядь. Откуда она юрист, блядь. Ай. В такой надежде, а вы юрист? Залупа она, курица тупая, ты тупой мудак, она тупая мудачка, блядь. Что у вас там может быть, какой юрист будет с вами разговаривать за пользу бесплатно? В надежде такой, ну как я могу запретить? Пишите, разрешает он радостно. Вот знаете, блядь, вот сидел такой вот Гитлер, блядь, в этом, в бункере, блядь. Где армия Венка? Вот сейчас, блядь, Черчилль, Рузвельт поссорятся со Сталином. Сейчас, блядь, вундерваффе какое-нибудь, чудо-оружие. Ну, что-нибудь должно такое произойти в мире, которое, блядь, вот на чудо на какое туповает. Ну, судя по тому, что пишите, ну, нормальный мужик, я бы сказал бы, огромное спасибо вам за помощь, я как-нибудь сам справлюсь, тут люди работают. Спасибо, спасибо. Тем более человек незнакомый, хрен знает, кто такой, да? На что она там навертит. Но я бы поблагодарил за помощь, сказал, нет, я сам, спасибо. А это пишите, пишите все, пишите больше, пишите.
Долбоебы, блядь, справа долбоебы. Вы в натуре, что ли, в календарь не смотрите? Тупое ты, блядь, говно ебаное деревенское, блядь. Которое живет, блядь, масштабами своего тухлого деревянного сарая. Артем Алексеевич, нужно избраться. Понимаете, избраться ему нужно. Ему не до залупников, блядь. И тем более, блядь, не до долбоебок из других регионов, блядь, которые тут что-то будут писать. Избраться ему нужно. И вдобавок, ну ладно, все там, избрался он, хорошо, действующий. Вот пришло письмо, надо запретить канал «Лох по жизни». А как он мне запретит? В принципе, он как может запретить? Он мне что скажет, это, ты прекрати это самое тут выпускать? А я ему отвечу, да не пошел бы ты нахуй. Блять, он знает это, мне так не скажет. На каком основании, блядь? Блядь, он что, золотой пизды колпак, что ли? Блядь, я не могу, блядь. Как он мне... Вот техническая сторона вопроса, блядь. Ты свои ролики больше не снимай. Ага, нахуй иди. Просто, блядь, понимаешь? Есть какие-то пределы полномочий. Если он глава, блядь, ну распоряжайся бюджетом Республики Мордовия. Я же не лезу тебе, не говорю, ты туда трать, ты сюда трать, блядь. Потому что ты скажешь, иди нахуй, ёпта, я глава, я здесь решаю, блядь. Вот он там глава, он там все решает. А здесь я все решаю, блядь, понимаешь? И вот у меня хватает ума не лезть к нему под руку. Артем Алексеевич, ты что-то здесь, это, ну-ка давай-ка вон туда деньги, блядь, направь, блядь. А у него хватает ума не учить меня снимать ролики. Блять, в натуре тупое ссыкло. Но вот судя по тому, что уже надеется на помощь баб, это пиздец, тупое, блядь, чмошное ссыкло. Это еще ничего, блядь. Это еще, погоди, это ты еще писем моих не получал. Ты еще моих писем не получал. Значит, с тобой еще не начинали работать. Это просто пока идет такой увертюра к спектаклю. То, что я делаю, пока увертюра. А вот когда тебя будут прокурорские, полицейские подтягивать на разговор, задавать вопросы туда-сюда, когда бумагу достанут, а на бумаге будет написано протокол, да? Вот это вот будет очень хорошо, понимаешь? А потом еще мы с тобой в районном, твоего района суде встретимся, и ты будешь бегать глазами вот так вот по судье, по прокурору, в надежде увидеть в них сочувствие. Ну что она там, ну как она? Ну может быть улыбнется, ну может быть как-то потеплеет взглядом. Блядь, ты еще не знаешь, ты не знаешь, что такое страх. Я навожу на тебя страх, но ты еще не знаешь, что такое страх. Это пока у тебя просто мелко-мелко вибрирует хвост, блядь. А ты, блядь, пизденыш, блядь, будешь трястись так, что из тебя говно сыпаться будет, блядь. Ты будешь свои ролики дрожащим голосом снимать, блядь, и будет видно, что как у тебя... Блять, твоя борода трясется козье, блять, нахуй. Где нормальные волосы-то не растут. Ты как евнух просто, блять. Если брать твою ебало, ты похож на гаремного евнуха, у которого яйца, блять, отрезали, блять. Поэтому, блять, ты и баб-то не ебешь, ты, блять, уже хуй знает сколько. Тебя, что ли, ебут, блять, в натуре, нахуй. Сколько, блять, ты женщины-то не видел, блять, нормальные, блять. Урод, блять, ты, блять, без бабы, нахуй, хуй знает сколько, блять. Дрочишь за сараем, блять, или козу ебешь, блять, нахуй. Трус. Просто трус и гондон, блядь, достойный всяческого презрения. И вся Республика Мордовия, блядь, я эти кадила начал качать. Я год думал, ты уймешься, блядь, думаю, не надо поднимать шум, не надо. Блядь, я пошел на этот кипиш. Вся, сука, Республика Мордовия будет знать, что ты гондон. Какие нахуй тебе депутаты, хуем тебе по губам, да и то брезгливо нахуй. Тебя губы говном воняют, блядь. Все будут знать, что связываться с тобой опасно и западло. Опасно, блядь, потому что, блядь, хуй знак прилетит, не прилетит, как тебе прилетело, блядь. Да ну и нахуй рисковать, блядь. А второе, блядь, что просто, блядь, будут знать, кто ты, что ты чмо и ссыкло. Ссыкун. Уролог, блядь.